Всем привет! Вы смотрите Dionix Channel. И мы продолжаем играть в Minecraft Survival Single Player. Второй сезон. В общем, поехали. Так, сейчас, секунду. Привет, Space, привет, Юра, привет, Diamond. Нет, Diamond. Diamond. Нет, Diamond — это алмаз, у тебя диамант, наверное. В общем, ты понимаешь, что я о тебе, а не о ком-то еще. Привет, Магдаленос, привет всем сабскрайберам, Мирзуки, Третюшка, в общем, всем привет. Так, сегодня, точнее, вчера еще по планам на сегодня у меня был поход за овцами, ну и за коровами, наверное, тоже. Так, но тем не менее, я не вижу у себя достаточного количества дерева. Поэтому, как и вчера, мы начнем все с вырубки древесины и высадки вот этого вот кусочка леса. Давайте озеленять немножко вот эту долину. Она, конечно, красивая, но... Так, да, я, наверное, себе буду делать озеро, как и в тот раз, как и на Зете. Ну, так как я его не закончил, надо как-то это все дело все-таки замострячить. Ну, не сегодня, наверное, но тем не менее, как бы, невозможно даже не на видео вообще, но я буду это делать. Сейчас посмотрим. Наверное, вот где-то вот здесь вот, начну вот отсюда. Вот это вот все должно быть озеро большое. Вот до того холма и где-то вот там вот тоже. Тут где пещеры, тут надо будет все закрыть немножко. Мы перейдем, конечно, мы их обнесем обязательно. Так. О, Trace Insane, привет. Нет, 1.7 еще не вышел, мы играем на снапшоте, это второй стрим, как бы. Для тех, кто розовый и медленный, я повторяю, что это второй стрим второго сезона. Первый был вчера. Ну и, к сожалению, сегодня не так много народу, потому что YouTube лагает. В общем, ничего нигде не отображается, ни в фиде, ни... Ну, собственно, в фиде не отображается, значит, и у вас не отображается. Так, давайте вот где-то вот с той стороны. Нет, там у нас море, океан. Мне нужно место под лес. Давайте сделаем его вот там вот за деревней. Да, я озеро буду вручную делать. Почему нет? Это не очень весело, но это возможно. А раз это возможно, значит, почему бы это не сделать? А, Руслан, приветствую. Господи, сколько сабскрайберов? Сколько сабскрайберов? Хроник, привет. Привет, Хроник. Опа. А, я-то думал. Так, давайте где-то вот тут кусочек леса сделаем. Такая... Не знаю, это правильно или неправильно назвать это опушкой. Ну, я назову это опушкой, потому что мне так хочется. Ой, нет, что-то густовато как-то. Выращивать не буду. Вручную. Пускай все само растет. Просто буду... Ну, если оно подгружено, как бы, вот тут вот, то буду просто периодически приходить и вырубать. Если нет, то будем вырубать вот этот лесок и высаживать его по новой. Хотя не хотелось бы. Так, теперь пойдемте за древесиной. Пойдем геноцидить вон тут немножко лес. Расширение для браузера работает? Да, я на сегодня... Фу, блин, что ж такое? Я сегодня на него и надеялся. Да, кстати, устанавливайте расширение, называется Twitch Dionix Channel, по-моему, я его обозвал. Скачать можно, там где-то ссылка, по-моему, была под видео на Твиче. Когда стрим начинается, у вас всплывает уведомление о том, что, собственно, стрим начался, и как бы пора шевелить батонами в сторону Твича. И через это расширение, кстати, можно даже смотреть стрим на самом... Ну, в самом браузере. Нажимаете кнопочку, у вас такой маленький плеер открывается. Довольно удобно. Ну, либо подписывайтесь на Twitter, там тоже уведомления о всех загруженных видео как бы туда отправляются. С YouTube автоматически. Нет, я ничьи имена называть не буду. Вообще, пора эту услугу сделать платной, чтобы людям было... неповадно. Вы не на радио, это не радио. Я не буду называть ничьи имена.
Я отдельно здороваюсь только с сабскрайберами. И нет, это не потому, что они платят деньги. Просто они, не знаю, они по крайней мере, канал поддерживают. Я знаю, как бы, за что, почему с ними здороваться и за что их благодарить. Так. Некто. Ура, у меня Айзек появился. Ну, поздравляю тебя, некто. Это ник у него такой. Поздравляю. Правда, немножко слоу, но до выхода Rebirth, я думаю, тебе будет чем заняться. Так, о, Бонстер, приветствую. А, Хорост. Кто-то еще. Не пить чай с имбирем? А зачем мне пить чай с имбирем? Я ненавижу имбирь. Мне не нравится его вкус. Мне не нравится какой... Мне не нравится его острота. Хотя острые вещи я люблю. Но я выяснил, что чеснок я жрать не люблю. Потому что 4 зубчика на тарелку — это был перебор. Нет, имбирь он вкусный, ну то есть он вкусный, но мне не нравится его вкус. Это не значит, что он плохой какой-то, нет. Подписка платная, $5 в месяц стоит. Способы оплаты, ну, проще всего Kiwi и завести там электронную карту. Хотя вот, кстати, глюк какой-то. Пишут, может быть написано где-то, что подписка стоит 4,99 рублей. Это не так. Она стоит 4,99 в долларах. Просто я знаю, у меня там окошечко есть, как бы я могу зайти посмотреть, типа сколько стоит подписка, какой значок у сабскрайберов. Вот там написано все в рублях, но это неправда. Это цена в долларах. Какие рубли? Это же, блин, забугорный сервис. Ну, Black Raven, если ты купил лицензию на официальном сайте, то поздравляю. В противном случае не поздравляю. Если ты купил ломанный аккаунт, то это как минимум глупо. И как максимум не поддерживаешь разработчиков. И как вероятность процентов 99, у тебя этот аккаунт заберут обратно. Если ты купил Майнкрафт там за 100 рублей у школьника на какой-нибудь группе ВКонтакте или что-нибудь такое. Но вот в любом другом случае, если ты купил его на официальном сайте, конечно, поздравляю от души. Спасибо за то, что покупаете Майнкрафт, хоть я и не разработчик, но, блин, я люблю эту игру. Я играю в нее уже черт знает сколько, с апреля 2012, по-моему. Там точную дату я называл, я не помню. Можно в ответах на вопросы глянуть в группе. В общем, она до сих пор мне не надоела, это хороший знак. Это очень хороший знак. Если бы она была в Стиме, мне, блин, интересно посмотреть, сколько часов я в нее наиграл. Что дает эта подписка, написано под видео на Твиче. У меня под видео. Прямо вот тут под плеер пролистай вниз. Там есть менюшка, вот в этой менюшке написано. И кто ставит... кто покупает подписку, можете с чистой совестью поставить какой-нибудь адблок. Я не обижусь. Всем остальным желательно адблок выключить, потому что просто просматривая рекламу, вам не нужно на нее кликать, вы можете ее просто посмотреть. Когда я его включаю на Твиче, собственно, это тоже идет небольшой доход каналу, как бы поддержка. Вам не сложно, мне приятно. Ночь не хочет добавлять Майнкрафт в Steam, потому что у них идут частые обновления. А все это придется согласовать с Valve. Ну, то есть со Steam самим. Я думаю, ему это не нужно. Если я не ошибаюсь, причина была именно такая. Ахеев Just Subscribed. Приветствую, спасибо за подписку и добро пожаловать в клуб. Я надеюсь, я правильно прочитал ник. Подписка в рублях стоит что-то около, по-моему, ребята говорили, 176 рублей. Там плюс налоги, плюс доставка, плюс на пиво, как бы. Такие дела.
У меня немножко заложен нос, я прошу меня простить, могу гундосить слегка, но, блин, погода, она... Да это осень в Калининграде, вы не знаете, что такое осень в Калининграде, это мерзопакостная погода, блин, 24 на 7. Даже если светит солнце, все равно, блин, дует гребаный ветер, и вам все равно, блин, холодно. Так, мне нужны саженцы. Inventory Tweaks нет, я просто понял. Я вчера, по-моему, не озвучил это. Или позавчера. Нет, вру, позавчера. Вчера стрима не было. Пардон, стрим был позавчера. Просто вчера приходил Паша, как бы, когда гости у меня сидят, я обычно не стримлю. Ну, так как гости же. Я просто внезапно понял, но не озвучил, что Inventory. А может, я озвучил, черт знает. Inventory Tweaks-то под снапшот вряд ли сделали. Так что я в пролете, наверное. А посмотреть не посмотрел, было там... Ну, правда, вчера было не до того. Зато мы вчера начали проходить... Ну так, поигрывать в метро 2033, как бы в первую часть. Были удивлены, сконфужены и ошарашены. Ну, игра действительно лучше, чем вторая часть. Хотя вторая часть мне тоже очень понравилась, то есть... Я не знаю, некоторые говорят, что там, о, фу, там вторая часть говно, первая лучше, там, или наоборот... Да, они обе хорошие. Для отечественной игры это вообще шикарно. Это, да, она там местами тормозит, но... Ну, боже мой, блин, это отечественная игра, она работает. Что вам еще нужно? А, привет, привет, Квоп. Так, сейчас. Ахеев. Да, я правильно твой ник читаю или нет? Тублюдский крипер. Я хотел пройти мимо. И я пройду мимо. Ау, не надо меня подбадривать стрелами под зад. Я и так неплохо бегаю. О, зомби-житель. Зомби-житель. Я бы тебя вылечил, но у меня нету золота. У меня вообще ни хрена нету. Кто такой Паша? Паша это друг. Хороший друг, лучший друг. Сколько я его уже знаю? Лет 15, наверное, будет. Паша это тот человек, с которым мы играли в Bioshock на стримах одно время.